¿Estás bien, hija? ¿Estás bien, hija? Я хочу это. Его нужно развивать, когда у него это придет. Нет. Он уже будет спать в машине. Поезд для Татуна. Давай, ну. Давай, Джин. Два, один, два, все. Езжай назад. Назад езжай. Езжай назад. Давай, езжай назад. Ты где цел, блин? 5 метров, поверните направо. А если я сломал наружу, и жди на пост, смотрю. Брат. Брат. Здрасте. Здравствуйте. Что вы отрицаете свою честь? Да? So you can see where I'm coming from, that car. Whoa. Fuck. An apprehensive situation to be in.
Не верю, что за глум. Охраняется там шлагбаумы, подъезды к домам. Нет, я буду жить в такой деревне, где на улице спокойно можно встретить коня. Коня, который идет по своим делам. После соседей здороваются, кру-кру-кру, Валерий Степанович. И омой. Местами, буду петь голосами. Ну куда ты заехал? Ну блин, шо? Ну ты знак посмотри. Создавая помех другим. А я не создавал. Ты по какому ряду едешь? В левом ряду, я налево поворачиваю. По какому ряду едешь? Я налево поворачиваю. Ты должен ехать по тому ряду. Чего? Я тебе набил ебало сейчас, понял? Ты козляра вонючая. Понял? Давай. Вытащи тебя отсюда. Давай. Набить тебе ебало. И что это? Отъедь нахуй. Будет тебе пиздец, сука. Я тебя выловлю нахуй. И я тебя урою. Вот тебе звоню полицию, пускай разберутся. Я тебя выловлю, я тебя урою. Полиция, блядь. Будет тебе полиция, пидор. Я сейчас запишу твой номер и тебе... Пожалуйста. Ты потом будешь заявлять нахуй в полицию. Без и в милицию нахуй. Я тебя урою, Антон. Без проблем.